знаете, я опоздал, я долго искал этот шатер, но я хочу добавить ко всему сказанному, что то, что сейчас идут Олимпийские игры, и закончились, да, это только начало, начало тех, скажем, негативных с Запада, с Америки явлений, не пустили паралимпийцев. Но вот проявляется вот эта очень важная часть внутреннего стержня русского человека. Тургенев говорил, каждого русского по ты найдешь татарина. То есть собирательный образ русского человека, он начинает сосредотачиваться. И будем жить, вот Женя 5 лет назад придумал этот фестиваль, создал его, и он уже является предтечей того, что стало происходить с Россией по отношению к нам в Европу. И на 100% вот, как бы бабки на это не надо ходить, они на этом не остановятся, они займутся скоро культурой. Это будет кино, живопись, литература, будут искать любые подлоги, будут искать любые недостатки, чтобы нас еще раз принизить, потому что если есть культура, есть государство, нет культуры, нет государства. Вот чтобы состояться, как раз все зависит только от нас. В первую очередь от вас, от прессы, от поддержки, от стимула, от вот, да, давать нужно источник вдохновения. И тогда люди начинают творить, работать, тогда появляются дотации, и вы даете уверенность, гордость и самосознание. И вот будем жить. И это самое необходимое, особенно сегодня, явление, как фестиваль московский. Здесь одни отечественные фильмы. Наше кино не хуже. Оно было всегда лучше. И оно потерялось в 90-х годах, но оно снова возрождается. И у нас есть для этого все. Ресурсы, люди, таланты, гении, ну и техника. Я думаю, ну мы вместе мы сделаем больше, чем даже можно предположить. Особенно сегодня, когда мы чувствуем, что в таком кино нуждается народ. А народ нуждается в патриотических фильмах, грамотных, не пиарных, а именно настоящих, сильных, как там «Отец солдат» или, не знаю, любая картина, которая проходила в России от премии, была настолько сильной и мощной, что давала людям желание работать, создавать, творить. Вот это нужное, нужное сегодня, особенно в наше время, вещь. И, считаю, что вместе мы... Вы знаете, как бы не голословно это звучало, но вместе мы победим. Не будет России, конечно, не будет мира, но нам надо это еще доказать, что мы есть, и мы будем пока... мир существует.